Так, всем привет, друзья, с вами, как всегда, злой слон, драйвер 51 РУС. Я. И Антоха, Антоха Вегас был. Да, я панику не помню, как бы. И Антоха, я тебя буду называть Антоха Вегас. Или кто-то, Дон Дигидон сегодня. Ну да, Дон Дигидон. Пашка Пират, Антоха Дон Дигидон, а я также драйвер 51. Всем привет, ребят. 51 РУС, да, катаем в мультиплеере пираточку. Опять. Йо-хо-хо, дорогие друзья. Да. Опять не знаю, как игра называется. Короче, Flatout по-новому. Так, музычку я никакую не врубил. Так, подождите, секундочку. Не готов. Смена машины, готов. Старт, все, теперь я есть. Теперь я тут. Теперь готов. Все, понеслось. Все, поехали. Кого-то не хватает? Катаните без меня, пока я куплю себе машину. У меня... Давай. Это ты что? Начнем с Пашки. Давай блин, начнем. А что? Давай с бота начнем. Джип задний приводной, ё-моё, что-то. Блин, так хорошо он встал, а я что-то его пропустил. Ой-ой-ой, а что такая площадочка маленькая? Слушай. Начнем с легких закусок. Ну давай. Ага, с легких. Я что-то смотрю, где-то кто-то кого-то маленько того. Ой-ой-ой, бляха в стену. Бляха-муха. Где там? Какая маленькая площадочка тут, слышишь? Даже и не развернуться нифига. Ой-ой-ой. Он там еще целый? Да, еще живой. Ой! Двойной удар. И снова здравствуйте. Ребята. Ой-ой-ой-ой. Где Пашка? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Нет? Развернуться надо. Бам! У тебя что-то отвалилось, слушай. Да ты творишь-то? Диман, ты снова начал писать, да? На ютубчик. Ну я записываю, потому что ее трансляшкой не взять. Да. Перерывчик был. А, так я все в работе, так, весь в работе. Весь в работе. А как класс машины выбрать в магазине? А? Как класс машины выбрать в магазине? Да а по-моему, любую бери и прокачивай ее на полную. Да. Не, а если я автобус хочу делать? А тут автобус вообще... Паша, надо букву рынок нанимать. О, все. Ну ладно, сейчас фильм. Но его потом нельзя использовать все равно. Вау! Ах, я промахнулся, поехал! Подловил ты меня. У меня что-то низкое давление масла. Кто-то заходит к нам. Он только. Да, это я. Так, сейчас машину выберу. Стараюсь. Вот тут можно выбрать автобус, но тут пока. На нем ездить тогда будет. Больно автобус. Куда ты? Надо дергать надо быстрее. Валивается, ой. Ай, Паша, подожди. Подожди, сейчас скажу. Что-то у тебя опять там отвалилось. Вот все, у Димана вообще на донышке уже осталось. Блин, как Димана в бочину бы поймать его, как бы. Вот оно! Диман, смотри, дрифтит. Приходится что-то делать. На месте разворачивается. Вот он! Ай, ни хрена себе. Ну, у меня уже все там. Все. А, Паша скинулся, ё-моё! Ба. Да, блин, ну как я промазал там все. Последний удар. Смертельный. Все, мне конец. Мне конец. Их. Да. Красиво забрали Димана. Мы тот раз, когда записывали, я там классно на лету этого бота или кого-то шквалил. А, не бота. Там этот чувачок какой-то ездил, помнишь? Чувачка, Иван или кто?
Чтобы... Да-да-да. Да, прыжка вот... его когда. Прям в полете. Вот я там красиво заса. Опа. Дело грязь. Надо тачку менять. Надо менять тачку. О, причем вау. На кое-что-то. Кое-что-то я возьму. Что, у вас уже загрузилось у вас? Ну да, мы уже тачки готовы ставим. Да вы чё, блин? Да, тут всё по пырику. С инетом что-то у меня вообще херня. Эч, веч. Школьный автобус. Да. Это да. А так, ты не сможешь на нём участвовать? Я понял уже. Во-во-во, какая гонка, вы чё? Стоите? Да, точно смотрю на школьном автобусе. Да тут быстро, поставь какой-нибудь мопед там. На газонокосилке выезжай. Мы все на газонокосилках. Мы на газонокосилке. Ну я на этот окатну. Ладно. Так. Надо понакупать. На какой-то быстрой вы машине, ё-моё, опять. Это у меня колеса какие-то беспонтовые. Резину подлее поставить. Ну-ка иди отсюда. Да, только лагает вообще так. Да? Ну прыгай у тебя машинюшка. Блин, ну я говорю, что-то мне. Вот это да, я пошел, конечно. Вот это я подпрыгнул. Нифига, это что, такой круг постоянно будет? Да. Да не могу, ты что творишь-то? О, слушай, тут есть ограничения. Я в что-то прям в чистом поле уперся. Ой-ой-ой-ой. Край карты по полю гоняет. Это я на огороде был. На огороде был, картошку сажал. На даче видел. Да, он току прям дергает, смотри, вообще конкретно. Блин, ну не. А у пахи не дергает, потому что мы рядом. У меня ты прям вот так вот дырочками едешь. Как будто у тебя мотор как будто. На видео видно будет. Как будто у тебя мотор затроил. О, на выбывание что ли? Может так и есть. Надо было на своей ехать. О, вон Диман. Да, все, видишь, я в центр круга заехал. У меня этот бензин кончился. Бензин дорогой, не хватило денег на бензин. Кстати, братан, ты знаешь что-нибудь про бензотку? Он по-любому что-то пишет, что это повышает мощность типа двигателя. А, ну, да, только конечно... сгорит поршневая, и все нормально так-то. Да? Так-то ничего. Ну это, конечно, это для нормальных тачек, а не для корыта. Для нормальных тачек надо 92-й. Да 95-й нормально. 95-й. Да, ну смысл, у меня вон Kia была, я ездил тоже всю жизнь. Пятым заправляли, написано пятым надо. Я на 92-й перешел и отъездил без всяких проблем. Не знаю, я не могу на 92-м ездить. Мне кажется, он плохо горит, короче, что мне не, не хватает отзывчивости. Да, одинаково они горят, Паша. Только единственное, что пятый поднимают, это октановое число присадками химическими, которые херово влияют на мотор, да и все. Но он все равно он отзывчивый. То есть машина отзывчивая на 95-й, чем на 92-м. Она быстрее реагирует, реально заметно. Чё-то, когда там кончится-то всё? 30 секунд? Ё-моё. О, он только лагать перестал. О, огонь. Ты за мной едешь, что ли? Или чё ты? Где ты? А вы этот, на полкруга друг друга, короче. А, вот он. Он напротив тебя, только с другой стороны. Чё-то долго у вас там всё это дело происходит. А всё, 7 секунд. Я тут в этом, в одиночке ставил, 23 бота там, по-моему, ставится. Нифига. 24. Но... Там просто каша. Там просто... Ну, такое весело. Там просто жесть. Невозможно ехать, я тебе говорю. Так, выберите машину. Что, опять кольцо, что ли? Не пойму. А, нет, опять... карта сменяется. Вот следующая. А-а-а. Альтернативный маршрут. О, это прямая будет? У меня есть кое-что есть у меня. Для таких покатушек. Вы там все тачки уже скупили, наверное, в магазине, не, да? Не, у меня так, по-моему, машины 4-5. Кстати, что насчет GTA Hit? А, обновление. Ну, можно как-нибудь, да, катнуть, попробовать. А, слушайте, там DLS-ка какая-то вышла, я смотрю. Ну, я не знаю насчет DLS-ки. Но клубешник, да, прикольная тема. 999 рублей там. Ну, все, я готов. Привет.
Бред. О, у меня какая-то тачка, демон у меня, слушайте. Уф, ищ. О, это вот это, которое там кружочек делать надо. Ну ладно, пока. Куда пока ты, че, ты загружаешься? Мы поехали уже. Вы че? Пашка, это твои колеса. Твои колеса. Твои колеса. Как ты говоришь, подарок. Что-то у меня сегодня сильно там. Ой-ой-ой-ой. А попробуй перегрузить, может? Нет? Нет. Черт побери. Ну игруха прикольная. Да, я вообще, у тебя видел, я говорю, надо поиграть. Да тут народу, если нормально набрать, вообще будет огнище. Наших бы всех собрать. Да. Только что-то вообще никак никто не собирается. Пять кругов, о, ого, тут сколько надо верить. Ой-ой-ой, все, я сейчас нет, не все. Ссылочку на игру, ребят, на одиночку я выложу без мультиплеера, пока в описании под видео будет на канале. Также у меня в группе, ссылка на группу тоже будет в описании под видео. Так что... А если кто захочет мультик, пишите. Пишите, запишем видео, как мультик устанавливать, все это дело. Тут доминатор сейчас, я буду доминировать. Ой. Кто-то сзади прям жужжит прям. Бумер. О, бумер. Паша, нифига какой ты быстрый. А ты думал? Я думал, ты где-то там подотстал, малёх. Не-не-не, я как прилепленный. Не надо, не надо, отвлекайся, отвлекайся. Это не есть хорошо. Это плохо влияет. Ой-ой-ой-ой! Вот черт побери, Паша, догони. Все, нет, не все. Ой-ой-ой, Паша уже приехал от блока. Ай-яй-яй, надо срочно дергать, срочно дергать. Прыжочек. Да вообще тут, конечно, гонюшки такие обалденные. Что-то, блин, смотри, Паша Нику, наверное, там поставил какой-то, да? Ага. Да? Ух, ты черканул забор. Скорее, скорее, скорее же, скорее, ребята, надо срочно удирать. Пашка на хвосте. Так. Штаны. Ох, Паша, извини, ты сам прям вот боком вышел прям на меня. Блин, у меня уже машина вообще ни на что не похожа. Давай, 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 давай. Не, у меня вообще так все выглядит нормально. Давай, 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 ходу, ходу, ходу. Главное, чтобы бензин не кончился. У меня же нет тачки. Для дерби тачки нет. Опа! Блин, я, кстати, Паша, я защиты поснимал большинство для ускорения. А то что-то с защитой она вообще не идет. Так, что тут по прочности? Ой, получше. А ты тоже качнул, да, их, Антоха? Ну я да, вот потихоньку прокачу. Выбирает. Все, Пашка вообще потерялся. Ну, я что-то, у меня не едет эта машина. Да это у меня просто едет. Я ее уже разобрал, считай, до талого, блин, она все равно. Не, у меня просто валит. Ой-ой-ой. Ох ты, Паша, вот этот Изари, у меня защиты-то почти нету. Давай. У меня миллион повреждений. Ты мне... Все, ты мне лонжерон повел, е-мое. О, у меня тачка горит. У меня морды на тачке вообще нет. Паша, что ты сделал с машиной? Ни в каком ремонте не хватит денег починить ее, ё-моё. Дверь еле-еле висит. Ёшки. У меня она что-то забрякала, что-то там шилкает, шкрябает все. Вот ты мне тачку разобрал-то, ёшкин кот. Блин, и кругов-то осталось. Вот это-то еще один. Ай-яй-яй. Что-то и сзади жужжит там кто-то. Да, блин, я валю. О, Паша, в колеса улетел. Опять покрышки себе поехал выбирать. А-а-а. Ищ. Давай, давай, давай.
Да ё-моё, опять задел, ну что ты будешь делать? Только заходит. Всё. Бак. Так, блин, последний круг, последний круг. Назад с камерой Паша нету. Там такое сальто смачное было. А, блин, мой капот валяется. О, вон мои все запчастюльки валялись. О, так ты еще до этого не доехал, до круга. Да я там разбился вообще половину. Ну все, у меня есть шанс. Кажется, у меня есть шанс. Один из ста, нет, один из миллиона. Ой-ой-ой-ой. О, Димана гоночка какая-то, да? В смысле? Тачечка? Бодренькая, ну какая-то. Да ты посмотри, у меня там она просто Пашка из нее сделал говняшку такую. Говняшку. Мотор вам скоро-скоро выпадет, ё-моё. Ищ. Ну да, она, кстати, так нормально шкварит. Она такая быстрейшая машина. Ой, ты там что-то горит, Диман, в салоне. Да вообще не говори. Да просто печка не работает, пришлось костерчик разжечь. Все, Паша, я доехал, е-мое. Ури! Ой, тут же в салоне развел. Да-да-да. Примус поставил. Где там Пашка? Пашки тоже, смотрю, баги такая нормальная. А у меня развалился еще в хламся. Развалилось у меня-то там, мне размотало вообще в 33. Оп, все, доехали, да? Так, да, все. Хорош. Дали правда мало. Гана бухтит, как прикольно у меня. Дали правда мало. Так, сейчас что у нас будет? Он только уже кого-то готов, еще карту не поменялась. Главное, трасса. Гонка на выбывание. Главное, трасса. Пашка-то, наверное, уже выучил все трассы, да? Да, наверное. Пашка может. Да нет, не особо. Ого, мы писанули уже 12 гигабайт. Виделим батон. А, ты так не транслируешь сразу, да? Да, он не взять никак этим ОБСом. Я уже тыркал, ничего не помогло, короче. Ну все, я типа готов. Так, подождите. Подождите, там готовы уже без меня. Я вообще не готов. У меня что-то грузится так долго. У тебя тоже там какая-то быстрейшая машина какая-то, смотри. Да, РС какая-то, что-то там такое. Если опять выпить. Да как так-то? Че мне выкидывает постоянно? Что за фигня? Вот так. Или они-то. Начали опять, да? Уже? Да, уже поехали, да. Ё-моё. Короче, надо передать. Кривейшая какая-то. Блин, поворот за поворотом, да ёлки-палки. Ну она и кривая. Блин, да разогнаться-то негде, тут я не знаю, что надо было брать. Так, парни, сейчас иду. Лучше круг. Лучше круг. Вот, вот. А вы где Паша-то, я не понял? Паши тоже нету. Сейчас я буду. Я с ботом, что ли, колбашу? Да. Ёшкин кот. Ну, хоть первый приехал. И то хорошо, плюс. И то плюс. Так. Главная трасса, гонка на ведрах. О, ну когда это круги сейчас будут, наверное. Так. Дело пахнет керосином. Я опять ботом. Опять по мне. Плест. Ну я тогда не ставлю, готов просто. Успейте, да, не ставь, наверное, пока. Успеете примагнититься. Я сейчас постараюсь успеть. Так, возьму-ка я уже тачанку. Ну-ка. Тоже надо льешь как-то. О, Паша прилип, он только. Ну, я тут. Антоха перезагружается. А, так, ну что, я готов. Да блин, чертов бот, отвалите от меня. Бах, надел меня. Ох ты.
Чудская, я тебя там буквально цепанул. Надо было в асфальт идти. Что это бред? Ну это бред. Смоби тут у меня отжигает просто. Ой-ой. О, слышу, Пашка где-то рычит, ё-моё, надо быстрее. Подожди, Диман, ты отсек. Ты опять вышел? Ага. Ё-моё, я опять остался. Ну хоть ботом и порвём, ё-моё. А, нет, 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 нет. Ой, тормози, тормози, тормози. Но я уже тут стараюсь как бы не цеплять эти бордюры-то, конечно. Вы еще едете, да? А Пашка сюда вышел. Я с ботом. Сейчас я зайду. Я пока с ботом отжигаю. Колеса мои, бабам. Игруха вообще огонь, конечно. Толку бы собрать. Как в дирте катались, помнишь? Да. Ну бы четко. Да. Ой, ну честно, наверное, точно я. Нет, не доехал до стены, блин, сейчас вставлю. Трасса такая, блин, вот прям поворот на поворот, не разогнаться да. Скорость как таковая не нужна вообще. Утом собаки. Собачья битва на улице какая-то. Последний. Последний круг. И остался последний круг. Бабах, по крышке. Раздолбался по крышке. Такое ощущение, что где-то рядом шиномонтажка, наверное. Все колеса сносят сюда. Я Диман уже едет как нормально, ничего не задевает почти. О нет, вот видишь, только почти, я первый раз вступился. Сглазил, ё-моё. Идеально смотри, едет, смотри. Ничего не задевает. Сразу снесло. О, все нормас. Я Димас, все нормас. Дали маленечко. Блин, надеюсь, сейчас попрет. А, ё. Чего, опять? Да нет пока. Гонка на выбывание. На велосипед. Укороченный круг. Ёшкин, блин. На чем? Ну, поеду на этой же, наверное. Надо тачек-то подприкупить у слегонца, наверное. Так, это на убывание. О, нет, тачку надо менять. Ну ладно, поеду. Надо. На этой поеду. Что, опять загрузилось у вас? Все, мы уже готовы. Да ё-моё, вы что за фигня-то? Подожди. Так, у тебя тоже готово стоит. Паша, вообще нету. У меня тоже загрузка, кстати, идет. О, вот Паша прилип. Давайте подождите, скорее. Подождите. Скорее же, скорее. О, все. Так, а что тачка? Какая тачка? Ну-ка, тихо. Ну, на выбывание тут по обычная трасса. Все, огонь, огонь, огонь. Сейчас вроде работает. О, Паша там взял какую-то скорейшую машину, ё-моё. Надо Фиберт. Мне поменять, ё-моё. Пах, самый быстрый, походу, взял, да? Да подождите, да. Я тоже маханулся. Нифига у него. Все, а, все. Класс. А, ищ! Понятно. Он только опять дергает. О, это Паша теперь дергается, интересно. Да ё-моё! Может тут сервак какой-то? Ой, бам! Нехрена там все вошли. Это кто меня там припечатал так? Это я, Диман. Блин, чё тачку мне разлохматили, ё-моё. Диман врезался так неплохо, я еще добавил ему неплохо. Прям в бочину, у меня дверь, вон все, дверь в салоне. Паша дергается, офигеет. Все, разводи костер. У Паши это что-то, машина вибрирует. Блин, кто-то там сзади жужжит.
Чё у вас за херня? Чё я никого догнать не могу, наверное? Ой-ой-ой! Опа, надо только! Паша, за что? За что? Зачем? Зачем? Не надо, не надо! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! А, всё что ли? Нифига, вот это да! Как быстро тут произошло. Нифига, Паша лагает, ё-моё. А у меня нормально все идет. Смотрите, сейчас осторожней поворот будет самый, самый прикольный. Оп, о-о-о! Ни хрена себе. Это ничего личного, это гонка. Ничего личного, это просто гонка. Срочно надо подсдернуть отсюда, пока Пашка не догнал. Димана нормальная машинка, кстати, такая. А это Ваня на такой гонял тот раз нас. Тут буквально дня два назад вот, накорячил. У меня задник фар вообще нет, я вижу, что у тебя в салоне там. Это вентиляция. Это кондиционер. Ну, ой, у меня там, слушай, горит уже что-то. Костер. Это мы. Или нет, не горит, это дверь подорвала. Идите мудрить. Куда ж ты поехал? Едить, колотить. Да, правой стороны у меня вообще нету. Слушай, это вы меня тут закупили, у меня вообще конкретно. Че там еще место тут стоит? Кто-то припарковался. Слушай, ну это тачан. Все пропало, все пропало! Где там Пашка? Быстрее, быстрее! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, вообще вторая позиция, ё-моё! Блин, а там мили-мили вообще, смотри. А вообще там просто капец сколько не хватило. Как я успел, успел! Успел! Успел выдержать. О, слушайте, прилип народ. Сейчас будет замес. О, нормально. Блин, что там дальше? Главная все... трасса опять. Да, опять как это будет. Гонка по кругам это будет. Так, ну блин, вот эта машинка, она быстрая, но у меня вообще там по железу ее только стукнешь, она все превращается. Как в ведро. Гонка на ведрах. Так, надо тачку менять, тут покрепче что-то брать. Диман, едь на мотокультиваторе. Да не говори, хоть в натуре на нем едь, я не знаю. Не знаю даже, что взять-то. Возьму Олдсмобиль опять. А я возьму. Поеду на нем. Тут надо покрепче, тут видишь, трасса коротенькая, будет битва. Это ведрышко. Будет битва, будет гонка. Будет мясо. Так, ну что ж, я... готов. Тут не важна скоростная машина на этой дорожке, в принципе. Сейчас посмотрим, посмотрим. А че я не готов-то, вы че? А, во. Упсик. Плю что-то. Ну-ка, посторонись. Сейчас вот кого-то припечатаем. Ой. Доминатор! Вы что творите, демоны? Смотри, нифига она прочная вообще, доминатор. Она прям на дыре доминатор. Ей пофигу, на удары вообще, смотри. Ба! Смотри, говорит. Не, я думал, хорошо получится. И по управляемости она огонь. Доминатор! Название зажимает. Доминатор. Хера, у тебя утюг какой-то. Утюг. Я глажу эту дорогу. Разглаживаю. Паша завалился. Паша кувырнулся. Вот, Диман. Ну куда ты идешь? Ба. В отбойник он только припарковался. Я думал, прикинь, я думал, разобью ее. А оказывается, он такой прочный оказался.
Паша, ты что сделал? Опа! Паша меня развернул, ё-моё! Аккуратненько, да. Поехали! Такая, блин. Паша меня развернул. Давай, доминатор, ты чё, блин? Нифига, вы что, по срезке ездите? Я тут объезжаю и езжу. Ой, слушай, у меня соскочило. Нельзя перепрыгивать на срезке вот эту херню. Да-да-да, у меня тоже все, она медленно едет. Кирпич. Кирпич. Все, под кирпич еду, пацаны. Ё-моё, ну и все. Да, на срезке там вот этот бугорок нельзя перепрыгивать. Да. Я перепрыгнул, мне пришлось. У меня плюс 10 секунд дать. Восстановились, блин, да. Жопа. Да тут без зарядов я выиграл, ребята! Графика прикольная, мне нравится. Ну да. Да и управление тут с физикой, прикольно, что банка. Приятная графика. Ну и управление, да, огонь. Физика, огонь. Не то что... Какой там флэт-аут, братан? Второй, да, беспонтовый, или третий был? Третий вообще был никакой. Да и второй мне что-то не очень понравился. Первый вот самый такой. Вот больше всего на первого она похожа. Да, она на первого больше всего похожа. Ничего себе, вы там сквозанули, слышите? Подождите тут маленько. Вот там нет никакой. Я даже догоняю кого-то. Не, игрушка вообще классная. Ну да, народу даже можно собрать кучку. И будет вообще нормально. Тем более ограничение в 24 игрока позволяет, да, вообще. Там каша, просто каша. Не, ну опять же, тут смотря какой сервак соберут, да? Так, если это не лицуха. Ну да. Это если на лицушках играть. Будем ждать этих скидок. Я по-любасу возьму себе лицушку. Да, я тоже себе буду лицушку брать. Чтобы можно было свой червачок там замучивать и говорить. По-нормальному. Ой, кого-то тогда не было. 68 на борту, у кого? А, у меня 86. У меня на... А, нет, у меня 2-0. А, это новенький какой-то, вот такой, который не с нами, чувачок. Давай поехали там впереди. Ну там чужи, да, все. А, все, уже конец гейма. Уже не важно, куда. Ядрен батон. Пашка развернул меня, загубил мне, можно сказать, призовое место. О, бот еще тут вялится, смотрите. Ничего лишнего у него. Это гонка. Это просто гонка. Все, блин, бота не успел пока. Ну ладно. 24 гига. Душевненько. Полчаса 24 гига. От души, как говорится. 90 кр. Кр. Что-то кр. Кр тут мало дают, да? Мало кр. Нужно больше кр. Что-то мало кр дают. О, еще один дружище. Гонка на выбывание. Внутренняя петля. Обратка, короче. Так, меняем тачанку. Надо что-то посерьезу брать. Чуть-чуть побольше. Как-то тут... О, я знаю, что я возьму. Хотя нет, пока еще не знаю. Надо машинок тут поднабрать немножко. Паша, а где твоя вот эта гробовозка-то у тебя такая квадратная была такая? Вагон-то этот. Вот-то вообще тачка. Вообще. Вагон такой был, как название с вагоном связано. Да-да-да, я только купил ее. Прикольно. Так, я не знаю, что взять-то, что взять-то. А-а-а, понял. Да-да-да-да, есть там у тебя, да. Сейчас скажу, как называется. Слушай, что-то у меня тачек, не понял. Вар-вагон называется. Да-да-да, я говорю, что что-то про вагон-то. Военный вагон. Да-да. Там еще есть этот старый вольвешничек, тоже такой же вагоном. Универсала. Почему здесь, блин... Нельзя этого. Я уже, Пашка что-то опять выбирает. Вагон, наверное, ищет, не? Вар-вагон. Вар-вагон, бандит. А бандита ты что, не помнишь? Что-то много, смотри, на бандита гоняет. Ну, бандит, ну такой. О, нихрена гробовозка, вот это да. Паша, вагон взял?
Да уж, почему раньше меня стартануты, что такие? Ни хрена, вот это дурочка. Опа, кто-то там припарковался, разбойник. Ё-моё, зря новогодний. Я в бочину еще припарковался. Вот это, блин. Со всего входа. Гробовозочка. Блин, мне бандит что-то нравится вообще. Ты там это? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ничего личного, Антоха, это гонка. Сейчас я тебя в багажник запакую. Не надо, не надо. Вот пират, Муратов раз. Опа! Ой, какой-то дружок прилетел, непонятно. Дергаем отсюда, парни, дергаем, бегом. Ой-ой-ой. Кто там? Бабах! Ах ты, вот этот новый. Так, да что я займусь да, опять Армагон, полицейским. Поехали в Армагон, давай. Нифига он уходит от меня. Бот, ну он уходит твари от меня. Да на тебе, дружбан, прикури. Все меня тут засаживал. Блин, не офигеть, ты что творишь? Я давай, в канале устраиваю. Уходу. Нифига, мне все, отказ двигателя, коробки, подвески, все, короче, все. Сломал, короче, тачку новую. Марин, все, у меня костер в салоне. Костер? Ой, сейчас этого размотаю. Охренеть, вы что творите? Блин, мне тоже что-то бандитов подполомали слегонца. Так, кто это тут у нас? О, едет, смотрите, все, отказала, она едет. Да она будет ехать, пока нормально. Палочки у тебя там идут. Жизни не закончится. Все, он только приехал, походу. Или это на выбывание? Это на выбывание, да? Это на выбывание, да. Бах! Нихрена народ. Бах! Да что такое? Че да да? Блюмать! Поехали! Опа! Еле, блин, почти припарковался. Ты там газбойник. Нормально. Тормози, блин. Так вообще, конечно, бывает, что вовремя оттормозиться надо. Может быть, выйдем? Купим тачек парочку? Можно. Черт побери, я уже финал. 13 секунд! А кто лидирует? Я первый. Мне надо вот это вот ведро войти. Е-мое! Да, нет! Да, кто там вышел? Паша, ты еще в гонке, да? Да. Ой-ой-ой, тогда надо. Я вас не нагоню. А вон он на повороте, Дима. Он далеко от тебя. Но он далеко же. Во, кто-то у меня там уже жужжал, там, да, ну, вроде так, с виду вроде не видно никого. Вот это я в дрифтик нормально запустился. Вот тут вы тут колеса понараскидали, ё-моё. Я бывали. Где Димон? Да далеко он налетал. Я впереди. Он далеко. Ну Антоха этот поначалу нормально крутанул. Во, смотри, моя тачка в дерево. Это твоя стоит там? Прикурил там где-то. Припарковался в дерево. Паша улетел. А кто еще остался? О, вот этот товарищ меня и шкварил, зараза. Я его нормально там вкатил, так в отбойник. Бах, нифига он разбился в хлам. Ну ему не догнать меня, похоже. Далековато должен быть. Он еще раз режется, и все, ему уже никого не догнать. Не судьбинушка, похоже, да? Бандит, да, нормально засаживает. Ну, бандиты вот максималочку, да, выкрутить. О, лови, лови, лови! Опа, это Паша, ты стоял? Да. Оу, нифига, что-то я на дыбы встал. Что-то какая-то железяка видно попалась. Диман, паркуйся рядом со мной, нафиг тебе это надо. Не-не-не-не-не-не, надо кре надо заработать. Нужно больше кр. О, все,
Я примчался. Больше кр. Больше кр надо насобирать. Ну и что, выйдем по тачке маленько? Да, давайте тачки. Да я даже не знаю как-то. 29. Чтобы ассортимент хоть побольше был у нас. Ну давайте, да, тогда сделаем следующую эту гоночку. Серию. Тогда на этом запись, да, серию следующую уже будет. Там третья серия будет мультиплейных покатушек. В этой игре название. Название прочитайте в описании. Не можем выговорить никак. Прогресс какой-то или как-то. Так. Так что да. Все. Будем заканчивать запись. Все, всем удачи. Пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Присоединяйтесь, будем гонять. Жмите на колокольчик. Да, с вами будет, как всегда, драйвер. С вами был драйвер 51 Рус, Злой Слон и Антоха Вегас. Всем пока. Всем пока.